Сегодня еще не было 9 утра, в дверь позвонил почтальон и попросил меня расписаться за вот эту коробку. Коробка пришла из Техаса от Люси, от моей подруги Люси. Люся сказала, что у них недавно открылся русский магазин рядом с домом. И вот она мне собрала новогодние дары. Коровка, вафельные конфеты, шоколад. Но самое главное, она мне прислала соленую рыбку, тараньку, или что это такое, дальневосточную. И она мне прислала иваси. И вот эту рыбку иваси я сделаю так, как я видела на видео, девочка делает, как суши. Картошку заворачивает, в нее заворачивает там эту морковку, по-моему, яйцо и эту свеклу, а сверху кладет и васика. Получается как суши. Нелли, я тебе присылала это видео. Соленкой все до сладкого глаза. Самое главное, это бренда любимые коровки. Тут вот от коровки еще и тортик. И какой-то земфир. И вот какие-то вдохновения, шоколадные конфеты. В общем, что я вес теряла, чувствую, наберу. После таких русских вливаний.